Коммунальные службы Саранска попытались найти выход из подобной ситуации. Лужи на дорогах, там убирают ковшом трактора. Это видео сегодня активно обсуждают в соцсетях. По словам очевидцев, лужу тракторист пытался убрать с дороги напротив остановки общественного транспорта. Сухими в автобус многим в итоге зайти не удалось. В местной администрации уже заявили, что руководство коммунального предприятия проведет с трактористом профилактическую беседу.